Всем привет, я Анастасия Нифонтова, и сегодня я вам расскажу про специальную защиту, которая продается отдельно и вставляется в куртки компании Alpine Stars. Называется «Нуклеон». Обычно вы покупаете куртку, в ней уже есть определенная защита, это, как правило, плечи и локти. Но можно ее всегда усилить и доработать такими специальными вставками, которые продаются отдельно. Как, например, такие вставки на грудь. Если мы возьмем куртку, то тут под подкладкой видно, есть кармашек специальный на липучке, куда такая вставка и вставляется. Она легкая, перфорированная специально, чтобы воздух проходил, чтобы не было так жарко. И сделана из легкой такой вот пенки, которая поглощает удар. Она при ударе становится твердой, жесткой, как практически как камень, но когда резкого удара по ней нет, она, видите, она очень легко гнется, и поэтому с этой защитой очень комфортно ездить. Она принимает форму вашего тела и не мешает, как обычные пластмассовые вставки. Собственно, из этого же материала делаются такие же вставки в штаны. Это защита бедер. Они сделаны из пенки защитного уровня 1. Это значит, что она потолще, помощнее. И, соответственно, можно их, вот эти штуки, вставлять вот сюда, по бокам. Это очень полезно, потому что сколько раз я с мотоцикла падала, как правило, страдают сюда вот эти вот боковые места бедра. Еще есть дополнительные вставки локти и плечи. Ну, в данной конкретной куртке у нас уже там это все есть. Если вы покупаете куртку casual мотоциклетную, например, такую, как продается для мотороллеров, малокубатурных мотоциклов, там бывает такое, что куртка вообще без вставок, поэтому к ним также можно подкупить такие вот резиновые штучки. Это уже из другого материала, но также очень хорошо защищающие. Хотелось бы чуть больше внимания уделить защите спины. Защита спины сделана тоже из легкой вот этой пенки, которая поглощает удар. Также перфорированная. Они отличаются, есть двух типов. Есть спина, которая вставляется в куртку, как вот эта, которая у меня в руках. Также, видите, вот здесь есть на куртке кармашек. В стандарте в куртке идет маленькая тоненькая пеночка. И если вас не устраивает это, то вы можете вставить гораздо более мощную защиту. И таким образом куртка вас будет защищать гораздо лучше и сильнее. Есть еще вариант универсальной спины. Вы видите, она больше. Она защищает всю спину, прям вот от шеи до копчика. Имеет резинки утягивающие и пояс. Чем, по-моему, лучше это? Тем, что вы можете это использовать не только с курткой, но и не только с курткой Alpine Stars, но и с другими куртками. Если у вас, например, в гардеробе несколько разных брендов, вам не нужно иметь много разных вставок под конкретную куртку. Вы купили одну спину и пользуетесь ей как хотите. Вплоть до того, что вы можете просто пододеть ее, не знаю, там, под майку, под джерси, если жарко и вы не хотите надевать целиком куртку. Поэтому такая спина идеально работает, тоже с перфорацией, чтобы лучше тело дышало. Здесь посередине более жесткая пластиковая вставка. Ну и, соответственно, по размерам тоже они отличаются. Есть размеры XS, S, M, L, XL. Здесь все на вот этой вот картоночке указано, как правильно подобрать по росту. И, в общем, вы полностью защищены. Очень рекомендую.